На очередном заседании регионального правительства под руководством первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Руслана Алиева в Рио министра промышленности и торговли Республики Дагестан Хаджимурад Исрабилов сообщил, что в Каспийске планируется создание нового индустриального парка «Тенглинг» площадью 38 гектаров. Отметим, что планируется создание парка совместно с администрацией города Каспийска. Основная цель создания «Тенглинг» – это развитие промышленности региона, которое поспособствует увеличению производства и созданию новых рабочих мест. На сегодняшний день был выбран третий квартал 2023 года для проведения конкурсных процедур по определению управляющей компании. По словам Исрапилова, на данный момент уже достигнуты договоренности с шестью потенциальными резидентами.